Ну, мне повезло, я с интернетом столкнулся очень давно, в середине 90-х. Я был в Канаде и вдруг там, значит, купил компьютер и стал работать в сети. И прочитал книги первые, которые появились. Стал даже программировать, сайты какие-то делать. Мне повезло, я вот освоил это дело. И потом родилась масса идей, очень хороших идей для интернета, инновационных. Я считаю, что интернет и все остальное, то, что нас ждет, это нормальное поступательное развитие человечества, основанное на разуме, на потребностях, на поиске, на создании новых идей. Все, что является развитием для человечества, это все на самом деле самое главное, потому что нельзя остановиться только на том, что мы будем добывать нефть, ее перерабатывать и потреблять. На этом жизнь не кончается. Поэтому будет что-то в замене. Вот сейчас я знаю, человек разработал интернет-2, новую совсем систему, начинает внедрять в Америке наш соотечественник. Посмотрим, что это будет. Но это будет уже интернет-2.